путешествуешь во времени. За счет чего? Ты хочешь разгадать все загадки? Без них неинтересно. Путешествуем, и все. Держись. Ты что, не сдавал экзамен по вождению? Сдавал и провалился. Наслаждайся. Я обещал тебе всего одну поездку. За этой дверью новый мир. Где мы? Посмотри. Продюсер Фил Коллинсон. После вас. Режиссер Чарльз Палмер. Нет, ты шутишь. Так не может быть. О, боже, получилось. Путешествие во времени. Где мы? Ой, прости. Мне надо привыкнуть. Это как новый язык. Когда мы? Берегись. Явно до изобретения туалета. Извини. Бывало и хуже. Я дежурила в ночную смену. А это безопасно? Мы можем тут гулять? Конечно, можем. А что? А то будет как в фильме. Наступишь на бабочку и изменишь будущее человечества. Тогда знаешь что? Не наступай на бабочек. Что они тебе сделали? А если я, например, убью своего дедушку? Ты хочешь это сделать? Нет. Ну вот. И это Лондон? Да. Год 1599. А мне можно здесь быть? Меня не заберут в рабство? За что? Я чернокожая, если ты не заметил. Я даже не человек. Веди себя как ни в чем не бывало, и все. И потом, ты удивишься? Елизаветинская Англия похожа на твое время. Посмотри. Вторичное сырье. Пожалуйста. Разговор у кулера в офисе. И земля погибнет в пламени. И глобальное потепление. Да, и развлечение, развлечение для народных масс. Мы же у самой реки, в Сатуарке, а рядом с нами... Да. Театр «Глобус». Новый, только что открыт. Строго говоря, его форма не шар, а тетрадекагон. У него 14 граней, и в нем сам великий Шекспир. Ты хочешь сказать, там Шекспир? Да. Мисс Джонс, вы пойдете со мной в театр? Да, мистер Смит. Вот вернешься домой и сможешь сказать всем, что видела Шекспира. Я окажусь в психбольнице.